Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале ДТВ. И сегодня мы смотрим статистику и аналитику канала ДТВ за январь месяц. Напоминаю вам, что 8 января 2020 года на канале ДТВ была подключена монетизация. Итак, поехали смотреть аналитику. Заходим в творческую студию. Далее аналитика. Смотрим доход. И мы видим, что за январь месяц, за минусом 8 дней, то есть за 3 недели, мы заработали $4.29. И эти деньги мы заработали за 2800 просмотров воспроизведения рекламы непосредственно. Так вот, заработок по 31 января, как вы видите. Напомню вам, что раньше на канале были не авторские видео. На примере видео с новогоднего праздника с ОРТ канала, которое набрало 7000 просмотров. И данное видео где-то принесло порядка 0,36 центов. И второе такое же видео, ну, в общей сложности не авторские видео принесли где-то около доллара, получается. Значит, все эти видео были удалены из канала. На сегодняшний день на канале только авторские видео. В том числе мы запустили сейчас мультфильмы, которые также люди смотрят. Вот. И плюс у нас будет контент по обучению канала YouTube. Я покажу вам в следующем видео, как правильно оформлять главную страницу, именно фотографию главной страницы, как это делается в фотошопе. Это будет в следующем видео. Значит, смотрите, цена за 1000 просмотров $2.76. Это средняя цена. Можно посмотреть динамику, она менялась. То есть каждый день цена за 1000 просмотров рекламы, она меняется. Вот давайте посмотрим еще раз. Давайте перейдем к видео теперь. Посмотрим видео. Так, не туда. Аналитику по видео, которое больше всего принесло денег. Так, расчетный доход. И сейчас мы найдем доход за видео. Итак, вот мы заходим. Вот с 5 января, ну у нас с 8 января, то есть там не с 5, а с 8 января, что монетизация была 8 января включена. Вот она, видите, 8 января. Итак, на первом месте монетизация, спустя 7 дней заработка и секреты бесплатной раскрутки канала, оформление теги. Это видео одно из первых, если вы помните, опубликовано 18 января. Соответственно, за 13 дней это видео нам принесло 25 центов, как вы видите. А всего, посмотрите, обратите внимание, расчетное количество монетизируемых воспроизведений было 87. То есть, в принципе, за 1000 показов заработок $5.26. Это очень хороший результат. Вот видите, я вам показываю. Давайте мы сейчас зайдем. Посмотрим. Вот по 31 января. Вот такой заработок примерно. $0.01 где-то в день. То 0.01. В зависимости, как люди смотрят. Вот. Вообще ничего не было заработано. Далее вот какой-то день хороший, $0.09. То есть здесь был всплеск просмотров в этот день. Вот. И вот наш заработок. Так, давайте еще посмотрим пару видео. Аэротруба. Ну, здесь, ребята, очень много просмотров.
само видео 600, по-моему, 22 просмотра. Из них 249 просмотров, как вы видите, это реклама. Здесь почему-то 1,59 долларов за 1000 просмотров. То есть коэффициент гораздо ниже, аж практически в 3 раза. 3,5 даже. Чем монетизация спустя 7 дней. Вот. Дальше переезд на PMG в Новороссийск. Это очень хорошее видео, очень много просмотров у него. По-моему, 1460 просмотров. Видео залито 12 сентября. Первое время заработка вообще не было. Вот. И в результате, видите, 16 центов это видео заработало. 186 просмотров рекламы и коэффициент 1,54 доллара. От чего это зависит, я, честно говоря, не знаю. Вот. Какие-то разные тематики, видите, они по-разному денег приносят. Вот. Монтаж термостата. Каждый день это видео тоже смотрят. Порядком около 4000 просмотров. Сейчас мы посмотрим. Здесь, к сожалению, нету. И 166 просмотров всего лишь. Почему-то реклама. Не знаю, как так связано. Где-то больше смотрят, где-то меньше. Вот. Заработок в YouTube канал ДТВ через 3 дня после монетизации. А вот это первое у нас видео получается. Вот она заработала 0,12 центов. Город Волгоград. 10 центов, видите, коэффициент. И вот один из самых больших коэффициентов — это замена батарейки на часах наручных, 7,78 долларов. Вообще прекрасно. Но, к сожалению, в этом видео мало просмотров. Ну вот они, заработки практически. Я вам так скажу, зарабатывают те видео, которые реально я сделал правильно, то есть прописал теги, оформил их, они и зарабатывают. Те видео, которые просто залиты были, да, они не приносят вообще денег, их никто особо не смотрит. Так что я буду обрабатывать обязательно все видео. Посмотрите предыдущее видео, как мы это делали. Вот давайте посмотрим замену батарейки. 23 просмотра, реклама и 10 центов заработок. На этом видео очень мало просмотров, общее количество, по-моему, 44 просмотра, и видите, 44 просмотра, 23 просмотра — это уже реклама, и у нее повышенный коэффициент за 1000 просмотров. Так, давайте дальше посмотрим. Январь, 4 доллара 29 центов, как я вам показал. Доход, источники доходов. Расчетный доход от рекламы 4,28, доход от YouTube Premium 2 цента, 0,02 цента, да, 2 цента. Доход от YouTube Premium — это те люди, которые оплачивают YouTube за пакет YouTube Premium. Это люди, которые могут смотреть ваше видео без рекламы, то есть вам какое-то отчисление идет, вообще копеечное. Это люди, те, которые имеют YouTube пакеты, да, они заходят и смотрят видео, то есть без рекламы. За это тоже отчисление, но это очень малое количество денег. Посмотрим. 31 января 6 центов, 30 12 центов, 10 центов, 6, 13 центов. И вот я вам сейчас покажу пик, когда был концерт новогодний. Вот видите, 38 центов было заработано за день, 40 центов. Но это видео, которое приносит по 1000 просмотров в день. 1000-1500 просмотров. Это очень много. Таких видео, к сожалению, нет. Но здесь, видите, и скорее всего, то видео был очень низкий коэффициент. Ну, вот кто смотрит, да, с каких стран. Россия 42% по количеству времени, да, если смотреть. Украина, Казахстан, Беларусь, Германия, Соединенные Штаты, Грузия, Молдова, Киргизия, Узбекистан, Эстония, Армения, Болгария.
внушительный список, приятно очень тоже, да, благодарим вас за просмотр, ребят. Так, жалко, здесь мы не можем посмотреть в этой творческой студии перехода, потому что мы в предыдущем видео с вами рассматривали просмотры через Одноклассники и ВКонтакте. Помните, я вам говорил, как размещать видео в Одноклассниках, да? И они приносят просмотры на YouTube. Ну, давайте посмотрим. Вот недавно выложенный мультик, буквально 31 января, позавчера он был выложен, на Одноклассниках 229 просмотров. Заходим в YouTube и мы с вами обнаружим здесь всего 16 просмотров. Не знаю, с чем это связано, но какая-то часть все-таки просмотров она нормально проходила, все было в порядке. То есть YouTube тоже отслеживает, откуда какой трафик приходит, да, он урезает просмотры. Я заметил, что у меня некоторые видео по 20, по 30 просмотров просто начал убирать, урезать. Не знаю, с чем это связано. Если кто знает, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Вот, смотрите также на нашем канале мультфильмы, собственно, производства. Не забывайте их смотреть. У нас их уже 3. Заходите в плейлист. Сейчас мы зайдем, я вам покажу наш канал, плейлисты, фильмы авторские, заходим, и вот у нас 1, 2, 3, вот мультфильм на 143 просмотра набрал, реально набрал уже 160-170, но почему-то вот урезали. Вот видите, лайки 108, что-то комментариев очень мало люди пишут. Не знаю, с чем это связано. Пожалуйста, пишите комментарии, не забывайте. Это очень помогает нашему каналу для развития. Будем стараться для вас снимать. Вот. Давайте посмотрим статистику именно по этому видео. Итак, 7 центов. Это, в принципе, неплохой результат. За... мультфильм всего 1 минута 24 секунды, это за период 2 дня, да, у нас. Сейчас не 2 дня, там дня 4, наверное, этого мультика. С 26 января, извините. То есть получается 5 дней. Получается за 5 дней заработка. Да, вот 31 января, видите, отметка стоит, то есть... первое, второе число еще нет. С опозданием в один день, а то и в два происходит. Просмотры идут. Просмотры также убирают. Вот. Данное видео 144 просмотра. Давайте мы его найдем сейчас ВКонтакте. Мы его также выкладываем через бота. Эти 143 друзей, а еще стучаться надо, добавить их сюда. Это тот мультик, который первый вам показывал, 30, видите, просмотров здесь. Озеро Байкал 28, а вот наш мультик, 33 просмотра здесь, 143 здесь. И давайте в Одноклассниках, запоминайте, 33 там получается. Вот так. И вот он, этот мультик. Здесь просто другая картинка. 392 просмотра. Вопрос. 430 просмотров. Где еще 300 просмотров? Непонятно. Вот он. Опять же, это он же. Еще раз продублировал здесь. Еще 489 просмотров. Итого уже 900 просмотров. Это с Одноклассников и с ВКонтакта, да, получается. Вот у нас монетизация спустя 7 дней. 518 раз посмотрели. И 146 просмотров только здесь. Давайте посмотрим, сколько это видео нам принесло с 18 января.
А, мы это видео уже... А, вот, смотрите, видите, 150 просмотров здесь. И 140 только там всего есть. Вот 25 центов заработано. Вот заработок. Ну, то приносит, то не приносит. 17 с 18 вариант загружен просмотры, показы, видите, у него 736 показов просмотры, видите, это является то, что смотрит ваше видео минимум 10 секунд, скорее всего там эти показы 736 засчитано из показов 150 всего. Там еще идет градация полный экран, не полный экран, частичный экран, то есть тоже показывает, даже если там кусочек будет видео, ваше видео на экране, то это уже показ. Но не просмотр, к сожалению. Вот. Да, жалко здесь переходы вам не показать мне. Так. Ну давайте монетизацию зайдем. И какая реклама на этом видео? Оверлей, реклама, подсказки. Без возможности пропуска. Тара-тара-тара. Все остальное. Так. Монетизация везде включена, как вы видите. Давайте в классический вид перейдем. Я вам покажу, когда монетизация была еще раз включена, чтобы вы убедились, что это 8 января. Так, заходим. Общество, канал, монетизация включена, все здесь включено, и заходим в саму монетизацию. В вашем аккаунте включена монетизация, поздравляем. Да, многие вопросы еще задаются таким, что если удалить видео, то отключит монетизацию, если нам вдруг основное количество часов приносили эти видео. Ну, как вы видите, я удалил видео общей сложностью где-то 2000 часов, но монетизацию пока не отключили, как вы видите. Вот наше видео. Наша заставка, которая тоже вечно она урезает. Друзья, продолжим наше видео. Все-таки я решил снять продолжение и показать вам переходы по видео. Именно переходы. Посмотреть с одноклассников, какое количество было засчитано на видео, и с ВКонтакте, да. Вот. Итак, поехали. Наш канал, канал ДТВ. Мы продолжаем наше видео. И мы видим также здесь в мобильной версии творческой студии время просмотра за минусом удаленных видео, которые были 73 500 минут. Просмотры 10 400. Просмотров за 28 дней и изменение числа подписчиков 133. Расчетный доход 4,29. Давайте мы посмотрим здесь поближе. Итак, смотрим. Видите, красным цветом выделено время просмотров и просмотров. Это то, что я удалил. Из-за этого красная стрелочка стоит вниз. То, что у нас за это время меньше просмотров, чем было. В связи с тем, что еще были удалены видео. Итак, заходим в вкладку «Доход», «Расчетный доход». Видим наш доход. Здесь останавливаться особо не будем, так как мы смотрели это видео через компьютер. Так, дальше заходим в количество монетизированных произведений 2835. Также быстренько пройдемся здесь. 28, ну, 365 здесь нету. Раньше не было монетизации. Так, и давайте посмотрим переход. Здесь, к сожалению, в общем количестве почему-то переходов не пишет. Вот это наши переходы. А, ну вот написано, да, смотрите, Яндекс.ру, Mail, Bing,
либо Шукач, не знаю, что это такое, с Яху, кто-то заходит ВКонтакте 0,3%, Фейсбук 0,3%, Одноклассники 0,2%, то есть это малое количество, то есть это на чем вообще, да, по общему количеству просмотров. Итак, аудитория, давайте посмотрим, возрастная, мужчина, женщина, страны, которые нас смотрят, все это перечислял, я вам показывал, да, там. Так, давайте перейдем к определенному видео. Я предлагаю перейти можно вот фильм «Африканские приключения», здесь зайти. 144 просмотра, здесь 143 зафиксировано. Посмотрим статистику с вами. Так, 7 центов заработано, доходы, переход, вот то, что нам нужно с вами. Заходим в переходы. Вот здесь немножко статистика совсем другая. Одноклассники 27,5% все-таки идут за счет, да? ВКонтакте 26,9%, Вайбер 10,9%. Я не знаю, где, откуда с Вайбера, да, люди приходят. Как видите, откуда-то приходят. WhatsApp 5,9%, Яндекс 4,8%, YouTube 0,4%. То есть вы понимаете, что если вы будете просто, так сказать, выложите видео, да, и где его не будете выкладывать дальше, да, там, то есть именно ссылочки, да, на ваше видео, то 0,4%, то есть это ни о чем, да, вот YouTube, видите, 0,4%, и другие 14%. Ну, процентов 15 вы бы получили просмотр. Если мы сейчас будем брать по этому видео, на 144 просмотра, 15%, считайте сами, это 1/6 часть от видео. То есть это примерно, сколько там, 10-15 просмотров вы бы имели, вместо 145%, к сожалению. Итак, давайте еще один мультик посмотрим, и я вас задерживать не буду. Да, смотрите в следующем видео, обязательно я вам покажу, как делается главная страничка, именно вот картинка, да, сверху канала, именно в фотошопе покажу, как правильно делать, куда чего нажимать, мы разберем с вами все это быстренько. Так, панели. Ну, давайте в озеро Байкал зайдем, относительно недавно мы его тоже загрузили. Так, 32 просмотра. Так, 007. Вот жалко, что я вам не показал теги, да, по видео в ПК. Ну ладно, это следующее тоже видео я вам покажу. Отдельное видео сделаю. Так. Удержание аудитории 5 минут. Ну, в принципе, неплохо, да. Доход 7 центов. Переход. Самый популярный внешний источник — Twitter. Вот кто бы знал, что здесь самый популярный, то есть все практически просмотры из Twitter. Представляете себе, все 100% идут из Twitter. Хотя видео выложено и ВКонтакте, и в Одноклассник, то есть получается оттуда видео ни одно не засчитано. То есть получается 33 просмотра — это все с Twitter идут. YouTube сам по поисковой системе ничего не выдал. То есть он был по нулям, это видео. Очень ужасно, когда у тебя 2000, почти 400 подписчиков, да, и люди просто не смотрят твои видео. Это очень плохо. То есть мертвые души, я так их называю. Так что, ребят, не гоните за подписчиками. Они никакую роль практически не играют. Вот, ищите именно, вот, выкладывайте свои видео, да, где-нибудь. Одноклассники, Twitter, Facebook. Везде, 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 в группах по максимуму вам давали все-таки эти просмотры, трафик шел именно по вашим видео. Итак, с вами я прощаюсь. Всем спасибо большое. Смотрите обязательно наш канал, смотрите наши видео. Мы специально делаем интересные видео для вас, ездим везде по разным городам. Вот, снимаем видео. Вот также у нас детская распаковка. Также и вот. И все, что вам нравится, вот застав. Спасибо. Итак, всем пока-пока, друзья. Всего доброго.